Новорожденному ребенку, которого 31-летняя женщина выбросила в мусорный контейнер, медики дали имя Ванечка. Пока ребенок находится в реанимации, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. У 31-летней женщины есть еще двое детей, и они содержались не в лучших условиях. Бытовые условия не соответствуют предъявляемым требованиям в их жилище. Сами родители и отец, и мать подозреваемые уклоняются от надлежащего воспитания, что свидетельствует о том, о частом злоупотреблении спиртным напитком, оставлении детей одних в квартире. Принимая во внимание эти обстоятельства, а также учитывая характер преступления, в совершении которого подозревается 31-летняя мать, следователи инициировали вопрос о лишении подозреваемой и ее сожителя родительских прав. Женщина была задержана в день совершения преступления, однако в изоляторе временного содержания пробыла недолго, ее отпустили, потому что такое решение принял суд. Орган следствия ходатайствовал об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста. В отношении подозреваемой судом в удовлетворении ходатайства следователя было отказано. В настоящее время в отношении нее избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Между тем, врачи отказываются комментировать самочувствие ребенка. Говорят лишь одно, что он по-прежнему в тяжелом состоянии. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».